Так, друзья, продолжаем. Рад всех видеть на канале Андрей ТВ. Ну что, я вас там игрой Assassin's Creed не усыпил. Довольно-таки открытый мир, конечно же. Заставляет искать кучу сокровищ, секретиков, беготней туда-сюда. Ну вот, мало активных действий, но нужно это делать, не без этого. Много читать, тут очень много всего. Как у вас дела, напишите. Вижу, что есть люди в чатике. Всем привет с Ютуба, с Гудгейма, с Геймерс ТВ, с К2 ТВ, Твич. Ну, надеюсь, вам нравится. Так, ну что же, а впереди у нас задание. Так, задание контрактов на убийство. Конечно, это все можно, друзья, не выполнять. Пройти игру, чисто пробежаться по сюжету. Так, я еще вот здесь здание гильдии не открыл. Вот. Пробежаться по сюжету и забыть, как говорится. Вот. Но как бы это не очень интересно. Вот. Ну, для меня как-то вот. Поэтому будем выполнять задание. Я понимаю, что это все долго так. Все это тяжело, но что делать, да? Нужно действовать, погнали. Довольно-таки увлекательно. Так, задание. Возьмите задание на убийство. Смотрим, что у нас здесь. Чезаре вызвал в Рим одного из своих главных тактиков. Это важная птица, поэтому капитан-генерал предоставил для него коня и экспорт. Думаю, ни то, ни другое не вызовет проблем. Никола, пройдите воспоминания за 2 минуты. А. Так, уничтожьте цели. Так, вот за 2 минуты это проблема. Так, а цели у нас всего одна штука. Так, я думаю, мы в него из арбалетика попробуем пульнуть. Так, побежали. А, нам наверх надо, да, по-моему? Наверх, наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, здесь я не залезу. Ой-ой-ой-ой-ой, я побежал не туда. А, нет, есть там. Есть 2 минуты, друзья, чтобы выполнить полный. А, и у нас, кстати, 5 целей. Так, а я-то думал здесь чуть-чуть. Так, у нас 5 целей за 2 минуты. Ой, жесть, ладно, хорошо. Так, ну что, постреляем, я думаю, да? Так, вон она вся эта братва. Вон она вся братва. Так, сначала на коне вот эту цель уничтожим, а то вдруг он побежит куда-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. А, не, без проблем, друзья, смотрите, без проблем. Без проблем, в принципе, несложно получилось. Я думал, будет тяжелее. Так, забираем у них арбалетные болты. Неплохо. Да, все задания, которые, особенно гробницы, конечно, первого раза, ну, невозможно пройти на 100%. Я потом в отдельной серии, ну и на стриме, я попробую их завершить, помучиться. Но это совсем потом, когда мы подойдем к финалу. Так, забираем у них пули. А, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Платва, ты где? Платва. Блин, вот это здесь. Так, лошадка что-то не... Ой, лечимся. Так, может, на эту можно лошадь сесть? Платва, давай сюда, к нам, ну, где? Да ё-моё! Она... Да что ж такое-то, а? Так, валим, короче. Валим. Валим. Да, быстрый нож. Да ё-моё! Так, короче, даем бой. Я чую, здесь меня сейчас пристрелят. Да, вот здесь я сейчас умру. Тяжело. Последняя жизнь. Вот они на нас тоже с арбалетов шмаляют. Да давай перезаряжай Эдсу, да? Так, меня убили. А, нет, не убили. Не убили, друзья, смог. Вырвался. Фу, вот это да, вот это местность. Так, ладно, забираем у них жизни. Вот это я как-то не ожидал. Тяжело получилось. Ничего себе на конях рыцари такие, да? Да, обалденная местность. Почему я не мог на ихнего коня сесть? Вот это интересно. И как-то платва меня подвела что-то. Они, видать, по ней шмаляли, поэтому я не мог, к сожалению, на нее запрыгнуть. Да, значит, эта местность мне пока недоступна. Значит, мы теперь побежим. Побежим. Я даже не знаю, это собрать вот эти флаги, что ли. Ну ладно, флаги не цель.
А, так, смотрим. Акведук мы восстановили. Еще, да, еще разрушенный акведук. Это все я потом, конечно, после стрима посмотрю внимательно карту. И здесь мы сделаем. Сюда я пока попасть не могу. Поэтому мы убегаем вот на эту точку. Можно ли открыть ее, интересно? Скорее всего, тоже вряд ли сюда меня пустят. Надо выполнить задание воров, чтобы нашла синхронизация с игрой. Давай, бегом. Здрасте, Регда. Здорово, рад видеть. Так. Что у нас здесь? Так, довольно-таки далеко бежать. Так, секунду. Где у нас эта точка обзора? А точка обзора у нас где-то на акведуке находится, походу. Да, похоже на то, но я пока сюда также не могу, друзья, попасть. А, этот холм в честь Селия Вибена. Да, это мы с вами читали. Да, пока сюда я не могу попасть. Поэтому уходим. Мы попробуем забрать вот этот флаг. Ну, в общем, мы попробуем вот этого Борджа, если можно. Сюда я пока, мне вот это место доступно. Настораживающая музыка играет. Если кто-то знает, где нахуй. Вот здесь, кстати, где-то истина. Ну ладно, это мы потом найдем. Сейчас я не вижу, где она. Но, возможно, мне кажется, она где-то наверху. Так, здесь у нас где-то флажок, наверное. Может, забраться. А как забраться здесь вообще наверх? Непонятно, да? Или нет, непонятно. Так, наверху вся тема. И наверху ведь истина где-то. А как попасть? Как забраться наверх? Так, здесь? Нет, далековато прыгать. Привет, Кью. Как дела? А, вот здесь можно забраться. Нет, здесь не забраться. Как наверх-то попасть? Как попасть наверх? Ё-моё. Ой, все, совсем я в другую сторону уже побежал. Как туда залезть-то, ё-моё? А, во. Так. Во, отлично. Вот эта местность. Так, возможно, может быть, здесь где-то случайно истина сверхнет. А, это... Ё-моё, это вот этот флаг, который я не понял, как собрать только в прошлый раз. Ну, а как до него допрыгнуть, интересно? Отсюда он не забирается. Здесь также не цепляется нигде. Интересно. Не цепляется никак. Так, а как вообще наверх попасть? Вот на эту баржу забраться. Где-то же здесь у нас и истина. Да, здесь мы уже были. Да, я не представляю, как попасть наверх. Как забраться? Ну, конечно, это все интересно, увлекательно, но как? Как нам забраться наверх? По-любому там где-то наверху истина это. По-любому. Вот тут как-то. Увы. Как забраться наверх? Непонятно, вообще непонятно, как забраться наверх. Так, здесь может быть как-нибудь. Нет, не хотит. Тут может быть. Да. Непонятно. Вообще я не понимаю, как забраться наверх. Там что ли как-то? Стоп. Я увидел лестницу наверх. А, я не могу пока сюда. И вот она, лестница наверх. Пока эта местность нам также для с вами недоступна. По столбам сигать и перчаткой цепляться. Полагаю, перчатки у тебя пока что нет. Да, перчатки пока нет. Так, ну все, тогда. Тогда уходим сюда, бежим сюда, в эту местность. Нет, перчатки пока нет. Так, пойди сюда. Бежали. Да, здесь нам пока ничего не доступно. Перчатки пока, к сожалению, нет. Да, и скорее всего наверху там истина, по-любому. Ну что же, бежим к ворам тогда. Разгребаться, что у них и там, и как, смотреть. Что за задание? Там, скорее всего, будет этот, как его назвать, лис, который, да, из второй части. Мне кажется, будет он. Скорее всего. Так, здесь у нас акведук. Но акведук я уже, по-моему, восстанавливал. Да, акведук мы уже восстановили. Акведук, да, мы восстановили. Так, бежим дальше.
Так, тут у нас где-то Борджия есть недалеко. Борджия есть недалеко. Вот она, Борджия. Так, попробуем забрать. Кирилл, подключение Gamers TV первым. Так, что, Gamers TV этого? Так, друзья, секунду, что со стримом? Как у нас на Good Game дела? Так, Gamers TV, говоришь, прервался. А, так. Да, друзья, Gamers TV не работает, да, но это лежит сайт. Это не у меня. Просто сайт лег, да, он не обновляется. Да, веб-страница недоступна. А, Кирюха, да, но ты же у меня на Ютубе это все отлично. То, что Gamers TV не работает, это ГГ жив, да, на ГГ жив. Отлично, да, сюда Регат может попасть. Так, ну что ж, попробуем этого Борджия сейчас цепануть. Так, Авентин, друзья, и здесь у нас, вот здесь есть глиф еще один, нужна ваша подсказка, где он находится. Авентин еще один из семи холмов, на которых был построен Древний Рим. Во времена монархии и ранней республики этот район не входил в состав города. Но в 456 году до нашей эры Сенат принял закон, разрешавший плебеям владеть недвижимостью на холме, и район быстро разросся за пределы городских стен. Из-за этого Риму стало значительно труднее противостоять галлам, и лишь после их вторжения Сенат наконец принял решение построить новые стены вокруг Авентина. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Так. Да, можем мы здесь забраться, я так понимаю, позже. Так, здесь у нас сундучок, я вижу. Сундучок заберем по пути. Да, ГГ жив, отлично, но когда я вот сам сейчас проверил, все работает. Да, что-то Gamers TV лежит. Упал. Бывает, ничего страшного. Кстати, я замечаю, друзья, знаете что? Так как по своему местному времени я стримлю в основном с утра. Вот, как-то вот именно сервера и ГГ и все другие. Неважно, и Twitch, YouTube, как-то когда вот в будни с утра все работает идеально у всех. В будни именно. Как начинаются выходные, так начинаются проблемы. Так, постреляем, я думаю, да? Да, постреляем из арбалетика. Ага, так, это местные жители. Ох ты, мимо, да? А, я вернулся, геймер долго загружался. Ну вот, Gamers TV восстановился. Ну что ж, прекрасно. Ну ничего страшного, есть другие сервисы, если что-то. Можно и там. Он похож. Стоять! Тихо. Меня заметили, да? А нет, еще не заметили. Есть что-то, другие сервера. Мне обязательно сидеть только на одном. Так, а где сам-то у нас? А, впереди у нас еще сокровищница Ромула. Так, отлично. Где сам находится капитан? Капитан, ты где? Зачем это? Тебе не уйти! Ой-ой-ой, а где самка? Повоюем, друзья. Ой, повоевал. Чуть не нагнули. Отцепись от меня. Ой, у меня тупая. Опа! Иди сюда, на, держите в бой. Пожалуйста. Без пожалуйста. Сами напали. Так, интересно, меня капитан увидел или нет? Я по-прежнему не вижу капитана. Так, заберем у них жизни. В принципе, получилось более-менее. Так, все заполнено. Отлично. Так, а где сам капитан? Капитан-то где? Капитан у нас, скорее всего, где-то здесь. А, вон он где-то внизу у нас. Так, еще один болельщик. Капитан где-то внизу. Стоять. Вон он, капитан. Ах ты, свалил! Так, тихо. Так, нам нужно поменять на пистолет. Так, тихо. Стой. А, все, наверное, уйдет. Да, уйдет. К сожалению. Не, не догнать мне его на лошади никак. Не догнать.
Ах ты, неудачно получилось-то, а? Не, так я его не догоню. Все, сбежал, походу. Почему я на него... Да, сбежал. Сбежал, негодяй. Так, капитану Боржу удалось сбежать. Вот засранец, а? Ладно. Но я же предупреждал. Что предупреждал? О чем? Так, ну ладно, забираем тогда в логово Лома. Не получилось. О чем ты предупреждал? Тут, по-моему, Кэптон сливы. А, вот это ты предупреждал. Не заметил я на чате. Да. Ладно, что, уходим. А, вон он появился. Появился. Так, обойдем с этой стороны. Что он делает? Я здесь, я с тобой! Я да отцепись ты! Да что ж такое, как его догнать-то? Да блин! Гаси их тут, братвак! Да вы смотрите, какая их тут толпа! Как его убить? Заплатишь за то, что перешел дорогу Божию. Андрей. Ой, я почти не... Да ладно тебе, да ладно. Ждите его. Да стреляй ты в него, что за фигня-то? Че, это? А, я не дозажал кнопку. Так. Ушел в очередной раз. Че, на него на лошади, наверное, да? Надо нападать. Да, не, я просто на капитана нацелиться не могу. Был рядом, да, много стражи набрал, поэтому нацелиться я на него не смог. Бай, бай! Да нацелься ты сюда, ё-моё. О, яйца его не убивал мирных жителей. Да, косяк. Косяк, 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 тихо. Да стреляй ты. Обалдеть, ничего их там как много. Ух ты, лошадь. Ой. Просто страж до эпа не агрил. Где ты? Он там, вперед! Что ты хотел? Надержи. Отпусти его. Не так, это двуручное оружие, да? Так, пособираем пули, жизни. Потратили. Так, ну теперь капитан, по-моему, долго не появится. Сильно много убийств. Это что такое было? Эсо, ты для чего это сделал? Да, пока нацелится. Убирай, убирай. Поехали. Ну давай, иди сюда. Отпусти меня. На, опа! Оп! Надя по горлу. Прошу, у меня семья. Ну давай, иди сюда, нападай. Опа! Оп. Да. Так. Ладно, повыносим сейчас здесь вокруг все до около. Интересно, а если я сейчас здесь всех повыношу, капитан появится или нет? Или они все равно здесь появятся, подбегут потом? Так, кто меня там видит? Дайте ему уйти! Мадре Санта! Пора уходить! Бегите! Достаньте оружие-то, ё-моё! Это без меня! Опа, красиво как! О, блин, а! Нехилый чувак!
На, прямо в голову. Ну что, хотел? Что, хотел? Так, люди, отойдите отсюда. Не трогайте меня, пожалуйста. А, нет, тут привязка по времени. И сколько жда... Да что ж такое-то? Ну давай. Ну давай, иди сюда, давай. Опа! На тебе. Больше за тобой ходить. Ох, отвернулся от тебя, ассасин! Вали отсюда. Так, нам надо пули пособирать. Так, привязка по времени. Хорошо, так, пособираем, чтобы убивали. Так, зачем он вот это иногда делает? Я иногда не понимаю, почему он вот эту траву берет. Поехали. Отпусти. Ах ты, блин, а. А, смотрите, они также травой кидают. Ну иди сюда, иди сюда. Иди сюда, на, держите. Тебе туда же. Опа, красиво как, да? Шинг, шинг, раскидал только пуль. Так, ладно, забираем дальше у них пули. Мне кажется, они появляются здесь. Если не ошибаюсь, давай с ними по игровому. Можно пройти по второму, на выходе для пули. А, ну то есть бесполезно, да? Ага. Лекарство заполнено, надо полечить. То есть бесполезно, да, здесь все почищать? Так, вот это почему... Что за фигня? Почему иногда он... Он его, наверное, берет, потому что я уже с него забирал. Скорее всего, так. Ну, смотрите, я почистил-то уже нормально, в принципе. Но там только еще братва осталась. Иди сюда. Иди сюда, на тебе. Иногда проще контратаку убить, чем вот... мучиться долго. Опа! Вот так вот красиво. Так, ладно, забираем, что есть у них. Так, лекарства, арбалетные болты, прекрасно заполнено. Доброе утро, пацаны. Лау команд подтянулся, доброе утро. Всем привет. Травой кидаешься, когда без оружия, зажимаешь клавишу атаки, да, бесполезно. Ах ты, не успел я. На, держи. Красиво. Так, лекарства мне нужно забрать. Все, все заполнено все. Так, сейчас еще раз посмотрю. Здесь еще один типок стоит. О, так здесь не один. Ну что, мужики, повоюем? Иди сюда. На, куда ты хотел меня схватить? Лежать. Ах ты. Нет, ты не уйдешь. На, держи. Нормально. Нормально. Так, ну всех уже почистил, вообще никого нет. Так, ну чё, Кэп, давай, появляйся. Нужно уходить. А, вот тут еще братва. Вот тут еще братва. Ну это наверху, которые остались. Так, один патрончик оставим на Кэпа. Малыш. Да, с трусливыми как-то не очень бороться. Так, вот там у нас сундучок, по-моему, если не ошибаюсь. Полагаю, он проживет еще минутки. Стой, не с места. Кто там? А, ты там. Ну, на, держи. Так, еще вот здесь парочка осталась. Арбалет, да, арбалет офигенная тема. А, ну они там внизу не мешают. Так. Можно синхронизацию пока сделать, забраться. Давайте синхронизируем точку. Как раз время пройдет. Мне только интересно, когда он появится. Скорее всего, сразу так же подбежит, да? Да, тут я забраться не могу. Так, куда ползти? Сюда, что ли? Это миссия с Леонардо вроде. А, нет. Это миссия у нас с ворами пока еще. Впереди. Ладно, заберемся, синхронизируемся. Так. Ну давай, давай, залазь. Так. А, здесь никак. А, надо сюда, понятно. Опа! Вот это опасно было. Вот это было опасно.
Отлично. Понимаешь, потом еще раз придется забираться. Но надо подождать время. А сколько примерно минут игрового времени надо ждать, чтобы капитан появился? В принципе, он тогда второй раз резко появился. Сейчас долго уже не появляется. Так, нажмите Y, чтобы синхронизироваться. Синхронизирую местность пока. У меня, кстати, есть какая-то вьюплей, активирована дополнительная миссия, Леонард. Карта обновлена. Отлично. Так, что у нас по карте? Да, почти пришли. Так, Ромулу, да, можно сделать. Так, что с капитаном? Просто я всех зачистил, хотелось бы его зачистить место. А то опять сюда вернусь, а они потом тут сразу начнут толпой набегать. Смотрите, вообще всех вынес, никого нет. А, вон двое стоят. Так, здесь где-то двое стоят. Так. А, вот здесь еще толпа. Так, повоюй, мужики. Иди сюда. Иди сюда. И ты туда же. Красиво. Так, нам надо пофармить вещи. Я прям много. Так, сразу же сменилось. Тихо! Убежал, блин, а, ну ё-моё! Да что ж такое-то, а? Должна быть красавец. Да блин, ну как так возле меня оказался? Вот трусина, а, блин. У меня, кстати, пули закончились. И я промазал по нему. Да, жаль. Примерно 15 реального вроде. Понятно, ну ладно, денежку подходим сразу. Вот сейчас можно было его вынести, неудачно получилось. Появился прямо возле меня. Да, куда ты берешь? Так, 5 чемпи. Так, а пули я купить здесь не могу. Короче, он здесь, да? Появится. А пули у меня нету больше. Да, пули нету. Но у меня есть арбалет, с арбалета вряд ли я с первого раза. Блин, как неудачно получилось-то, а? Прям возле меня очутился такой. Так, лошадка, иди сюда. О, смотрите, какая лошадь прибегает. Прикольно. Дьямо! Дьямо. Во-во-во. Так, ну что, подождем, подождем. Че, 15 минут стоять ждать, что ли? Да не, не 15, кажется, поменьше. Я не верю, что я тут 15 минут собирал, убивал. Так, вот еще один есть щелчок. Так. Кто меня увидит? Ты что, не попал, что ли? Так, может, у него заберем что-нибудь? Так, лошадка, стой. Так. Арбалетные болты. Мне бы пули, пули бы мне. А, смотрите, флажок есть. Может, флажок пока додумаем, как собрать. Может быть, на флажок. Соберем. Так. Так. О, отлично, это хорошо. Так, секунду. Может быть, где-то есть сундучки какие-нибудь появятся. Ну-ка. Это как-то не появляется особо. Ой-ой-ой, тяжело как падать. Так. Вниз бегать, потом забираться далеко не хочу. Ну ладно, ждем, ждем. Может быть, еще кто-нибудь. А, смотрите, вон еще один появился. О, да как там толпа целая. Смотрите, появляются страшно. Автоматом, так. О, да как там вокруг много появилось-то. Ага, стража обновилась. Так, пули, хорошо. О, да тут, тут немало обновилось. Так, иди повоюем. А куда ты своей пикой машешь? Да почему? Я же поменял оружие. Почему? Эцл. Ох ты, блин. Ну куда ты захотел? Так, нормально. Забираем все, что есть.
Да, Борджиа трусливые. Господи Иисусе, помоги! Мадре Санта, пора уходить! Так, стража обновляется. Так, вон там двое стоят, но этих я лучше вынесу с арбалета. Минутку! Дорого тебе пойдет. Так, Кэп здесь появится, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Да, блин, увидели. Да, Кэп здесь появится, по-моему. Так, отходим пока. Ты будешь умирать долго. Да, умрем, умрем. И мучительно. Да. А, от больших, по-моему, нельзя ворачивать. Иди сюда, нахер. Шинг. Вот это красиво. Красивое действие, так. Да ё-моё, зачем оно у него... Вот почему иногда он поднимает, а иногда... Вот я к нему подхожу зажать Б. Вот иногда поднимает, а иногда забирает. Странно. Так, у меня жизни мало. У меня мало жизни. Полечимся, полечимся. Так, я уже тут денег нафармил. Андрей, привет, как дела? Почему Кибера нет? А, привет, Юрий. А, Кибера почему нет? Да какой-то косяк там с Кибера пошел. Не знаю. Пошел какой-то косяк, к сожалению. Кибергейм пришлось пока убрать. Как с пятницы вот эти сервера у всех гудгеймов косячек стали. Тут что-то какие-то косяки пошли. Ну, я убрал. Ой, толпа, толпа какая. Так, тихо. Так, вот это вот тут... Опа! А вот это тяжело. На, держи. И тебе туда же. Ох ты, как хорошо. Красиво, красиво. Так, собираем дальше. Вот, поэтому Юрий Кибера, к сожалению, нет. Какие-то косяки пошли. Но на ГГ зато сейчас задержка вообще минимальная. Радует. С чатиком. Вот, поэтому нету рестрима с Кибером. Не знаю, ну, ремонтируют, поэтому нет. Так, лекарство взял. Так, ну что, Кэп, когда появится? Да ё-моё. Чтит это тело. Так. Куча-то, конечно, время все занимает. Здесь уже полчаса торчим. Ничего не сделали. Почему стража бездействует? Пожалуйста. Отпустите меня! Я тут ни при чем! Так, отлично, даже никто тебя не держит. Так. Авентин. А, друзья, так а здесь у нас где-то символ. О, кстати, кто-нибудь знает, где символ здесь? У меня же тут символ. Точно, я же совсем забыл. Да, это мы уже читали. У нас же тут где-то символ получается, да, надо найти. Кто-нибудь в курсе? На Авентине, где он находится? Давайте попробуем пока побегаем, поищем. Кто-нибудь знает, где он, символ истины, тайны? Подскажите, пожалуйста. Дьямон! Бай-бай! Да, искать тут его... Я, конечно, потом сам уже, когда буду отдыхать и стримы, все посмотрю на карту. Может быть, кто-нибудь сейчас подскажет. Аспетто. Сразу заберем. Так, ну что, капитан, будешь появляться, нет? Так, а выстрелить мог? Да, можно. Ой, блин, да ё-моё, да. Можно. Так. Что ж, чуть-чуть осталось подождать. Надеюсь, в этот раз будет удача. О, вы откуда тут здесь? Я где-то видел это. Я где-то видел это. Ну, как видишь, ушел. Так, никто не знает, да? Понятно. Значит, будем своими силами. Так. Интересно, где запрятали? В городе, наверное, вряд ли, скорее всего, в городе спрятали. Где-то. Ладно. Том. Так, ну что, где там капитан появляется, нет? Во-во-во. Так, пули на готове. Ну чё, капитан-то где? Аспетто. А, вон он символ, друзья, я нашел. На башне, видите, да?
Вон он, символ, я нашел. Вон он где, на башне наверху. Так. Дай, ну выгод. Так, сейчас попробуем сначала капитана убить. Аспетта. Во-во-во. Так, а появится он у нас вон там вот. С той стороны. Бай-бай! Пока никаких появляться. Ё-моё, уже охрана там набегло. Так, вынесем вот этих вот. Так. Очень аккуратно надо действовать, а то опять появится под носом. Вот этих надо повыносить. Так, почему не убилось? Почему я по ним попасть не могу? Так. Да, он появится здесь. Капитан появится здесь, надо аккуратно. А то опять увидит, как трусливый заяц мотается. Так, берем пистолет. Так, символ, да, символ заберем по-любому. Пройдем этот глиф. Как у тебя дела, Юрий? В принципе, зачистили уже нормально. Аспект, аспект. Так, ну что же, ждем. Блин, сколько это занимает времени, конечно. Но... Жесть просто. О-о-о, тихо. Ну давай, давай, появись. Ты где? Ты там. Появится он здесь. Внимание, запретная зона. Капитан Борджа занят регруппировкой войск. Он вернется вместе со следующей. Понятно, игроковой. Зачем ты расстреливаешь своего коня? А, я в коня попадал, что ли? А я-то думал, что не так. Его святейшество повелевает оставшимся последователям Джеролама Савонаролы. Так, ну что, ждем вот здесь капитана. Я думаю, нормальное место, да? Нас не видать. Появится он уже на этой поляне. Ладно, постоим маленько. Я как раз проверю, как тут сервисов дела, все ли хорошо. Так, YouTube работает, Good Game. Good Game работает. Gamers TV. Так, вот Gamers TV что-то мне непонятно. Gamers TV работает, отлично. Так. СК2 TV в строю. На Твиче все работает. Удивительно, что животина выжила при 3 попаданиях в голову. Да, кстати, я ведь по ней попадал. Точно. Так, ну что, что, где? Капитан, давай быстрее. Времени нет. Так, может быть, отойти чуть-чуть. Не хочет появляться. Видит, наверное, нас, что мы спрятались, да? Да. Да, все как это долго. Можешь истину пока выполнить. Дьямо! Давайте еще пару минут подождем, не появится истина выполнить. Не хотит появляться. В этот раз мы будем готовы на лошади. Во-во-во. Давай, давай, капитан, появляйся. Так, стража в очередной раз появилась там. Так, должен, я думаю, сейчас появиться. Стража появилась. Вот здесь бы появился шикарное место. Аспетта. Капитан Боже занят. А у него плащ, что крахмаленный. Так, смотрите, стража подходит. Подходит потихоньку стража. Вот и вам выносил тут стражу, они все подходят. Так, ну ладно, не будем тратить пока болты. Во-во-во. Так, а как с коня драться с мечащимся? А, вот так вот. Понятно, ладно. Но нам нужен один выстрел по капитану. Так, стража, ну толку то, что здесь я подготавливал, всех убивал, смысла нет, они опять все появились. Плащ, да, похоже. Так, ну чё, где он?
О-о-о. Так, да, братва уже подтянулась. И причем немало. Братва уже подтянулась, и причем немало. А бежит он вот сюда вот. А, вот стража Боджа сменилась. Капитан Боджа вернулся в свои места. Отлично, наконец. Стреляй боком, конь целее будет. Так. Так, аккуратненько надо как-то подойти. Надеюсь, что это поможет лучше управлять ею в нынешние неспокойные времена. Новый пост кардинала... Я его где-то не видел. Эй, кто возможно? Стреляйте в тебя! Почему я не могу на него навести? Почему я на него навести не мог? Я не понял прикола. Да ё-моё. Нифига он бегает. Что у меня конь какой-то. Все, ушел. Чё за прикол? Почему я на него навести не мог? Как его убивать-то? Я не понял прикола. Я на него навожу, оно не наводится. Фипец, блин. Вот это бред какой-то. Почему ты не пробовал пристрелить КП с крыши? А вот почему вы мне это сразу об этом не подсказали? Я бы попробовал. Я думал, просто к нему подбегу, и я его убью. К сожалению, не получилось просто так. Надо было мне сразу сказать, чтоб я с крыши не мог. Точно попробовал. Блин, столько времени потратить зря и... Жесть. Конь бронированный, медленный, но почти бессмертный. Так, а чё толку? Ладно, короче, забираем тогда истину. Блин, вот это обломно вообще, конечно. Столько времени зря потратить. Так, они сейчас меня камнями начнут кидать. Ну, конечно, снимался. Вали отсюда. Так, где у нас тут секретное наше место? Они меня видят, да? Бесполезно, наверное. А нет, больше не видят. Ё-моё. Так. А где у меня секретные тайны? Я не уверен, что с крыши достанешь, просто предполагают, что так можно. Но да, как его убивать тогда? Он каждый раз сматывается. То есть уже три раза я по нему пру. Я на него нацелить не могу. Так, заберем истину, пожалуйста. Тихо. Фу, вот это жесть, блин. То есть он даже я ЛТ нажимаю, на него просто тупо не наводит. А, просто предлагаю. Ну, попробую сейчас. Выясним, сделаем. Так, группа 7, обратитесь к сайту Assassin's Creed. Долго не будем задерживаться здесь. Загрузка. Так, глиф 7. Капиталисты считают, что мы управляем компаниями ради прибыли. Глупцы. Эти глупцы работают на вас. Добровольное рабство в обмен на листочки бумаги. Разве это не кажется тебе глупостью? Так, огонь, вода, земля и воздух объединены договором против людей, убивающих самодовольство. Так, смотрим. Загрузка. Так. Сканирование. Зачем все это? 30, 476, 13, 37, 14, 31, 15, 20, 17, 76, 18, 62, 19, 14, 19, 49, 19, 45, 19, 59, 19, 45, 19, 56, 19, 60, 20, 19, 60, 19, 60, 20, 19, 60, 20, 19, 60, 20, 19, 90. 19, я кидал 94, дымовую шашку, подгромил, 19, плавал, подбегал, 95, 20, подбегал 01. К этому пистолетом и плавал. Это ты же видишь, я не мог на него прицелиться. Бессмысленно. Центры эмоций активированы. Теперь я понимаю. Загрузка. Он тупо на него не целил. Я несколько раз пробовал. Никак. Арроу, я призрак. Ну точно. Так. Демократия должна погибнуть ради стабильности всего мира.
Капитализм уничтожит ее. Так, используя то, что создала третья центральная, ждал, пока объединенные граждане заключат брак между США и Вольвитом Киллером. Следующее... Что на левую руку человека. Так, тут надо куда-то навести. А, приблизить сначала. А, вот. Кеннеди, член Верховного Суда США. Мы делаем выводы о том, что расходы независимых субъектов, в том числе корпорации, не приводят к коррупции. Правительство не создает видимость коррупции. Алита, член Верховного Суда США. Я всей душой верю в ограничение правительства, федерализм, свободу бизнеса, верховенство избираемых людей власти, необходимость сильной системы обороны и правоохранения, и в то, что правительство должно играть законную роль в деле защиты традиционных ценностей. А это кто такой? Робертс, член Верховного Суда США. Конгресс не имеет права ограничивать политическую агитацию, даже если идет коррупция. А смотрите, не на всех наводится. А, Скалия, член Верховного Суда США. Лишить корпорации права на свободу слова или ограничить это право. Значит, заткнуть рот основным действующим силам современной рыночной экономики. Мы должны... А как ниже почитать? Вот это... А, вот. Мы должны дорадоваться этому расширению границ публичных дебатов, а не осуждать его. Смотрите, не на всех наводится. Кларенс Томс, член Верховного Суда США. Мы не раздаем приказы компаниям, мол, делать то и то-то-то. Дон Энманс, генеральный директор компании Том Браун Инк. Министр торговли США 2001-2004. Роль правительства заключается в том, чтобы создать условия благоприятную среду, привлекающую капитал. Вот. Джордж Буш младший. А, вот на него, скорее всего, и надо навести. Джордж Буш младший, директор компании Харкин, президент США 2001-2009. Я знаю, что именно частный сектор выведет страну из тяжелой экономической ситуации, ведь вы потратите ваши деньги более эффективно, чем правительство. Подсказка. 16-й определенно не стремился связать себя узами брака, так что жениться отпадает. Свадьба вроде ни при чем. Но может есть что-то с этим связанное? Так. Подсказка. 16-й определенно не стремился связать себя узами брака. Так, а куда-то навести надо, а не сказано куда. Отпадает. Свадьба вроде ни при чем. Но может есть что-то с этим связанное? О, я не понял, на что я нажал, я оказался на другой подсказке. Странно. Да, интересно, интересно. Ладно, задерживаем. C, M, Z, K. Доступ разрешен. Загрузка. Декабрь 2000 года, приватизация. Я убедил Санту присоединиться к мнению большинства. Возможность уйти в отставку во время правления президента-республиканца склонила чашу весов в нашу пользу. Хотя это решение будет отличаться от предыдущих, оно не привлечет внимания к нашим целям. Когда Сандра уйдет в отставку, мы введем в состав Верховного Суда одного из главных членов Портера. Уот отвлечет внимание, я уверен в том, что он снова осложнит отношения с Ираком. Не будем ему мешать, тогда у подрядчиков ЧЕ будет больше работы. Я позабочусь о том, чтобы У назвали меня Робертс. Странно, сокращенное название. Когда Роберт станет членом Верховного Суда, нам останется всего лишь дождаться подходящего дела. После того, как законы о финансировании избирательных кампаний будут аннулированы, компания сможет провести своих людей в Сенат, в Палату представителей и в конце концов на пост президента. Скоро наши мечты осуществятся. Источником власти будет не народ, а мы его защитим. Андрей, на третий ты нажал. А, на третий, да? Угу. Загрузка. Загрузка. А, шахматная доска, так тихо. Так тихо. Так, а тут нам нужно вот этого коня сюда. Загрузка. Зона карантина. Капиталисты слушаются нас, ведь это мы печатаем доллары, которым они поклоняются. Так, раз сверху один. А где он?
А, вот он. Карантин снят. Карантин снят. Так, ну что же, отлично. Еще нам три кластера остались. Это один на акведуке, а другие я не знаю где. Так, прекрасно. Прекрасно. Так. Я надеюсь, капитан появился, нет? Так, где здесь прыгнуть можно? Здесь. Так, значит, Регат нам посоветовал убить с крыши, да? Хороший совет. Жаль, что после, но все же сейчас попробуем. Так, вот он, это место. Пойдем почистим крышу тогда. О, смотрите, а тут что-то как-то все трупаки. Не, Кэп еще не появился, я так понимаю. Но почему я не могу с него ничего взять, только поднять? Вот что за баг игры какой-то странный? Вот я отошел, я к нему подохожу, на Б зажимаю. Отпускаю, он его поднимает. Видать, я с него забрал, или просто у него тут ничего нет и держит. Так. Кэп у нас появится. Так, секунду. Точно не здесь. Так, он появится у нас там, да? А, значит, я его уже обыскал, понятно. Понятно, Юрий, спасибо. А, он перезаряжал так долго. О, геймпад вибрирует, когда долго на соленого. Причем довольно сильно. На, держи. Ассасино, ассасино. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут толпа. Идем повоюем. На, держи. И тебе туда же. Так. Опа. Красиво. Так, надо дособирать с них пули. Пули дособерем. Вот этого-то я не собрал. А он его все равно поднимает. Да не, Юрий, что-то косяк. Вот этого. Того, которого поднимал. Также я сейчас Б зажал, а он не хотел. Так, болты, болты, болты. Да, болты мне нужны. Так. Капитан появится здесь где-то, да? Так, вот этих надо нам вынести. Так, нищенки. Ладно, нате, держите. Так, а как им золото кидать? А, вот. Все, валите отсюда. Первый раз я им кинул золото. Так, Кэп появится с той стороны. Так, вот этих надо. Надо мной смеется. Ну почему я вечно оказываюсь не в том месте? Тихо. Смотрите, какие быстрые. Так, ладно, идем под атаку. На, держи. Ах ты, прыгатель. Опа! Отлично. Так, вот здесь вот Кэп появится. Так, попробую с крыши его сейчас вынести, правда. Довольно что-то такие интересное место, но занимает... Уже четвертый раз профейлили. Ну, зато истину нашли. Так, тихо. Сейчас я тебя обобрал. Так, пули две, отлично. Если они быстрые, то жди, пока они не атакуют, а потом контратакуют. Все, понятно. Так, потрясающе. Короче, попробуем, да, дождемся его здесь. Здесь он появится. Ну и попробуем с крыши атаковать. Так, вот этих надо... О, смотрите, там вокруг сколько всего. Так, вот этих надо повыносить. Увидели, блин, все увидели, да ё-моё. Думал, не заметят. Юрий, спасибо за совет. Ну, давайте, идите сюда, повыем. Идите, повыем, контратукуем. Ну! Ну! Ну, давай, давай. Опа! Понеслась. Они аж сами отфигели от такого. Эй, иди сюда, на. Красота какая, да? Нет, ты же ассасин, должен всех вынести. Да ё-моё, откуда ты-то тут взялся?
На, держи. Дождись удобного момента. Тихо, тихо, тихо. Вот здесь толпа. Здесь толпа. Опа, смотрите, как красиво сзаду. Цепанул. Что ты хотел? На, держи. Опа. Ах, не успел. Не успел, да, вот тут реакция нужна побыстрее. Так, ой, сзади какой подошел. Сзади. Красота. Нет, тебя я не почувствовал. Так, собираем, собираем, собираем. Нам полечиться, кстати. Так, ну что, КП появится, не появится. Короче, зря я это дело все здесь наделал. Потихонечку сидим и ждем, в общем. И все равно надо его одного убить. Если переносить смысла нет. Так, короче, они меня наверху не видят? Не видят, поэтому сидим и ждем. Так, сразу взять пистолетик. Ну, я думаю, должен уже появиться. В принципе, на его носили немало уже тут. Не прям мясо сколько делали. Так, там братва подходит, там братва подходит. Вот этих, что ли, зафармим? Зря это делаю, сейчас появится, блин, опять. Чего у них тут интересного? Яд, болты, ножны, деньги. О, в банке у нас уже 50 тысяч, друзья. Так, нам пора забрать. А то переполнится. Так, все, сидим, ждем. Надеюсь, он меня здесь не увидит. А слушайте, а из сена можно стрельнуть, кстати, или нет? Вот если в сено туда спрятаться справа. Регги, ты тут? Не ушел? Как думаешь? Да, можно попробовать сено, кстати, замутить. Ну ладно, сейчас попробую твой совет с крыши вынести. Если уж нет, но я не знаю тогда. Так, ну давай, 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 что так долго? А, вроде нет, Локоман, вроде нет, нельзя, да? Ну ладно, хорошо, тогда ждем с крыши его. Надеюсь, я с одной пулей его чикну, нет? Одна пуля будет достаточно для него. Так, есть время проверить, как у нас дела там. Так, ну вроде все работает, все стабильно, все замечательно. Кирюха, пока. Пока, удачи. Хорошего воскресенья. Чат геймерс у тебя отвалился. Серьезно, что ли? Чат геймерс отвалился. Да, это не чат геймерс отвалился, это просто на геймерс TV какой-то косяк. Друзья, переходите на другие стриминговые сервисы. Чат у меня работает. Попробую, а то я подзабыл. Нет, немножко. Ну давайте я чатик сейчас перезагружу. А, мне надо из игры выходить, чтобы мне на ноутбуке это смысл. Ну и на ноутбуке тоже перезагружу. Просто не Gamers TV недавно лег, видать, из-за этого. Сейчас я чатик перезагружу. Короче, да, сделаем эту миссию, а потом сделаем и налажим. Так, Виталий, по-моему, что-то ты напутал. Вот я чат перезагрузил программу на ноутбуке. Все в геймерсе видно. Ничего не было другого. А, боже, вон появился. Так, некогда отвлекаться. Вот и все, друзья. Вот и все дела. Фу, наконец-то, блин. Спасибо. Так. Реги, тут спасибо громаднейшее. Подсказал, а то бы сейчас сколько здесь пейлили. Так, прекрасно. Спасибо большое. Так, ну что же, даже да, нормально получилось. Вынесли истину. Не делай, ой, забрали точно. Вынесли истину, вынесли капитана. Погнали, рушить. А у тебя на стриме не показывает чат Gamers TV. Ну, возможно. А, вот что он имел в виду. А, ну понятно. Так, ну это не у меня косяк, как бы просто Gamers TV лег, и видать, что там легло в чате. Я уже сейчас с этим не буду разбираться. Приходите на другой сервис. Я уверен, Gamers TV все равно там. Да, я на Gamers TV, кстати, тоже я вот сейчас нажал, даже хоть модераторка есть, я не могу никого посмотреть, тут чат есть. Странно. Но, видать, сбой какой-то, друзья. Ну бывает. Бывает. Так. А как зацепиться? Что за фишка? Так. Че там, может, сена нет?
Все, убили уже к нам, убили. Так, забираемся. А, синхрон я уже делал. Так, сейчас, значит, заберем все эти вещи. Сразу здесь что восстановим. Наконец. Так, нам в первую очередь надо банк восстановить. Забрать денежку. На YouTube подписывайтесь. На YouTube вот всегда прекрасно. На Бутгейме на YouTube никогда ничего не нужно. Ну, по крайней мере, на YouTube. Я вот думаю, может, скоро вообще на YouTube. Сейчас на YouTube стрим. Что-то Бутгейм в последнее время. То там косяк, то сям косяк. Косячит постоянно все. Ну, бывает не без этого, к сожалению, что сделать. А, смотрите, а здесь банка-то и нет. Тут всего-то получается пустое здание гильдии, но сюда мы воров посадим. И кузнец. И все, что ли? И вот ради этого я здесь висел столько времени. Чтобы кузнеца открыть. Ну, боржа в любом случае буду тащить. Да, немного. Я-то думал, здесь банки, там туда-сюда. Ой, а тут ничего нету. Ого, 2500. О, ГГ оставит. Да нет, друзья, конечно же, я все 6 сердцев буду стараться вставлять. Это я так говорю просто. Бывает косить. Друзья, взгляните на мои товары. Вот, они почему-то бывают частенько вечером именно почему-то. И... Так, инвестируем сюда денежку, да, я думаю? Да, надежно инвестируем. Бывает, ну не без этого, что в жизни, да? Все чинится, все делается, без проблем. Все улучшается. Так, я по-прежнему еще не могу улучшить себе почему-то... пока вот эту, броню. Так, боеприпас. Вот арбалетные болты, ладно, докупим. Косарь потратим. Заходите еще. Так, ладненько, дальше тогда. А дальше нам получается... Я-то думал, здесь банк будет, здесь все будет. Да, мне бы слетать в банк, потому что я сейчас пойду. У меня в банке почти уже сумма заполнена, следующая сумма уже не влезет. А у нас впереди логово, ну вот логово Ромула и задание воров. Так, ну и воры, еще с ними задание будет. Поэтому да, мне нужно будет вернуться по-любому. Так, пустое здание гильдии. Здесь мы воров посадим. Так, мне нужно вернуться в банк, как бы я бы этого не хотел. Бежать довольно-таки далеко. Так, тихо. А, секунду, а зачем бежать далеко? Вот мы сейчас, вход в тоннель. И через тоннель... Появимся вот здесь поближе к банку. Точно, сделаем так. Я давненько вообще по тоннелю не лазил. Так, плотва-то где? А, вот она. А, бронированный конь мне не нужен. Он долго бегает, я на него не хочу. Бывает не без этого, не только. У всех стриминговых сервисов бывает. Если... Ну что делать, профилактические работы. Куда деваться? Твою ж за ногу не допрыгнул. Зачем мне бронированный конь-то? Бронированного коня даю. Ну ладно, выбора нет. Убежали. А, слушайте, а может быть отобрать коня? То есть стражи отбирать не очень охотно. Так, мужчина, иди-ка сюда. Держи моего коня, а я на твоем. Уступайте дорогу, да, вали отсюда. Уступайте дорогу кому? Конной полиции, он сказал, по-моему, или это мне показалось. Андрей Плотва, да. Дьявол! Вот в Assassin's Creed. Кстати, знаете, в какой самой первой игре лошадь появилась вообще? Вот если так подумать. Интересно, вот такой вопрос на засыпку. Я вот, например, не знаю. Я даже представления не имею, в какой игре появились лошади. Я не имею в виду игры с Дэнди там или все. Именно в трехмерных. Уже более-менее современные. С тысячи, может быть. Не с 1000, а с 2000, может, 1-2 года. В каких играх лошадь первого? А, Ведьмак. Не, Юрий, не Ведьмак. Ведьмак уже опоздал. В Ведьмаке, в принципе, самый последний лошадь. Увы. Не, не Ведьмак. Мне очень кажется, Assassin's Creed, но мне кажется, до Ассасина тоже были игры с лошадью. Так, нам нужно вот сюда, вот, да. Какие еще предложения? В каких играх лошадь? Да, кто смотрит записи, то также напишите в комментарии, довольно будет интересно. Я обязательно прочитаю, отвечу потом. Так, заберем в банк денежку, что у нас там уже поднакопилось. Так, доход Рима увеличен. Так, здесь у нас уже в банке 49 тысяч, да, можно пока 60 максимум. Так, в этот банк можно внести? А, нет, нельзя. Нет, нельзя. Так, ладно, хорошо.
Shadow of the Colossus. Falcoman. А, да, возможно. Вот, кстати, да, интересная игра. Не, ну давайте какую-то игру попроще. Это эксклюзив из PlayStation. Уступайте дорогу! Видишь, это не пойдет. Это не пойдет. Это надо то, что играли все. На компьютере, чтобы было. Так, уходим назад. Что-нибудь попроще бы. Хороший, конечно, хороший вариант, но... Так. О, а я там не открывал. Да, на ПК именно. Эксклюзив как бы эксклюзивом. А, нет, там я еще не открывал вообще. Смотрите, еще много... А, нет. Есть. А, так. Можно вот сюда вот забираемся. ХЗ. Но мне вот кажется, почему-то в Ассасине появились первые лошади, именно в первой части. То есть до этого как-то я и не припомню игры, чтобы я на лошадях играл. Но вот как-то даже не приходит ничего на такого, на ум, чтобы, ну, как раз и на лошадях. Так. Вот здесь мне, по-моему, фрагмент памяти недоступен, да? Ну что же, тогда гробницу и впереди у нас еще одна загадка с логова Ромула. Идет. Пожалуйста, только не бронированного коня. Ну, спасибо. Вот, смотрите, черненький тут. У меня была плойка сначала, потом уже ПК. Ну, в принципе, да. У меня так же. Да, туда мне пока выбраться не дадут. Мне интересно, дадут ли вообще туда подойти. Сокровищница этого Ромула. Непонятно. Ладно, посмотрим. По-моему, пока, кажется, нельзя. Я надеюсь, я правильно бегу. А, нет, смотрите, я... А, кстати. Это кто там? А, этот нам не нужен. Смотрите, прикол. Меня сюда отпустили, а ведь раньше я не мог здесь бегать. Пока я не уничтожил башню Божью. Вот это интересное место. Так, ладно, слазим. Заберемся наверх, посмотрим. Ой-ой-ой, так. Интересно. Так, будем думать. Будем думать. Я даже не знаю, какие варианты. Так. А, это очень рискованно. Так, по-моему, вот сюда. Отсюда нужно начинать. Сейчас посмотрим. Да, отсюда, скорее всего. Так. Так. Так, о, смотрите, там местность такая, да? Так, здесь зацепится? Нет, я должен. Ну так, я лучше разбегу. Так, разбегаться негде. Оп! В Tomb Raider лошадей не были, но в Tomb Raider были мотоциклы, кстати. Да. Так, синхронизируемся. А, ну, кроме старых симуляторов, ничего на ум не приходит. Ну да, мне вот так же не приходит. Мне вот кажется, в Assassin's Creed я первый раз на лошадях побегал. Именно в первой части. Так, открыли карту, посмотрим, что есть. Что мы видим. А, да, да, видим, кстати, вот врач. А, можно еще сюда, наверное, вряд ли меня пока впустят. Так. Давайте попробуем врача остановить. Кружочек веры. Тут, наверное, сокровищ в этой местности. Где их покупать только? Карты эти искать. Так, доктор. Да, доктора восстанавливает. Ну, тем более, да, стратегии такие, как Эйдж, Эмпайр, там, герои и так далее. Да, еще. Я имел в виду таких вот трехмерных. Да, так, попробую, наверное, меня не пустят сюда, потому что сюда меня не пускали, я попробую отведу как-то взять, восстановить, отстань. А, не, я его не... Да, ё-моё. Иди отсюда. Меня эти бременские музыканты напрягают. Нет, я не смогу этот пока взять акведук, потому что он защищен Борджа, да, он защищен территорией Борджа, поэтому я его взять пока не смогу. Все, уходим отсюда. Так, вот здесь какой-то флаг есть. Что за флаг? Как его забрать? Ну-ка глянем. Довольно недалеко. Так. А, ну все, понял. Да, это нам наверх. Туда я по лестнице туда попасть. Да. По-моему, лестница там. И туда я попасть пока не могу. Да, туда меня не пустят. Там я был. Да, в следующий раз мы это дело сделаем. Так. Сюда меня тоже, скорее всего, не впустят. Но я попробую сбегать. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но посмотреть я посмотрю. Так, иди сюда. Скорее всего, там сейчас будет, ну, синхронизация. Вряд ли пустят.
Ну, интересно посмотреть. Так. Так, ё-моё. Так. Смотрите-ка, бежим. Тут ты все роняешь. А, не-не-не, нельзя, видите, да? Не, пока сюда нельзя, поэтому все. Здесь никак. Уходим сюда. Тут пока не вариант. Пока воров, короче, не пройдем, карта местности это нам будет недоступна. Да, термы Караклы. Что такое? Эти общественные бани были выстроены в 2012-2016 годах при императоре Каракле и действовали вплоть до середины 6 века. Купание было довольно долгим делом. Обычный римлянин начинал с горячей ванны, затем окунался в теплую воду, потом в холодную и, наконец, прыгал в бассейн, находившийся под открытым небом. За это время все желающие могли вдоволь полюбоваться на него. Это сооружение представляло собой не столько бани в обычном смысле, сколько центр досуга. Здесь размещались обширная библиотека греческих и римских текстов, а также большой гимназии. В 537 году готы разграбили терм и уничтожили их систему водоснабжения, и они быстро пришли в упадок. Так, да, нет, пока здесь, короче, никак. Уходим. Так, ну все, Юрий, у тебя, я так понимаю, предложений нету, да? Мирослав Любовчевский подписался на канал YouTube. Спасибо большое за подписку. Мне надо программу поставить, я все как-то руки не доходят по ЦБУА. Я уже посмотрел, как ее сделать. Вот, которая будет о подписке уведомлять прямо на стриме. Надо поставить ее в ВБС мне. Не приходит на ум больше, да, ничего. Ну и ладно. В общем, короче, лично моя игра это первая Assassin's Creed, я, скорее всего, побегал. Я просто тоже ничего не помню такого. Не припоминается прям на ум. Быстро так. Ну, скорее всего, да, Assassin's Creed 1. Так, ну что ж, откроем тогда сейчас задание. Попробуем, посмотрим, что там за задание. А, пирамида Цестия, друзья, а здесь у нас... Да, знак. Эта огромная гробница была сооружена между 18 и 19 годах до нашей эры. Для Кая Цестия, магистра и члена римской религиозной коллегии под названием Септимий Епулоном, которая занималась организацией религиозных праздниц и раздачей подарков при строительстве Авриэлевых стен в 2071-2075 годах. Треугольную пирамиду из соображений экономии сделали частью крепостного вала, и она служила бастионом. Легко заметить, что скаты у пирамиды Цестия гораздо круче, чем у египетских. Причина, возможно, в том, что при разработке проекта использовались неточные чертежи египетских пирамид. А, пирамида. Так, ну тут у нас сокровище Рома. Друзья, сегодня, кстати, вечером, возможно, будет интересный... О, за 28 тысяч можно купить это здание. Так, я пока не буду денежку тратить на это. Так, где у нас здесь пирамида? А, вот она. Вот у нас это как бы пирамида Ромула. Пока я денежку тратить не буду. Так, ну что же, давайте маленько передохнем. Да, уже играем. Стрим продолжается 4 часа, неплохо. А, Юрий, что ж ты не писал на вебке-то у меня? Ну, в принципе, еще видно. Пока видно. Попозже чуть-чуть включу свет. О, довольно-таки долго, да, серия получилась с этим. Боже, это жесть. Ладненько, я думаю, еще часик постримим, часик-полтора. Пойду я маленечко перекушу. Всем приятного аппетита. Стрим я не прерываю, буквально здесь повисим. Минут 10-15. Вот. Ну, кто посмотрит записи, да, конечно. Спасибо большое за лайки. Ну, да, довольно-таки получилось долго, муторно. Ну, Андрюха слоупок, что сделать. Не забывайте вступать в группу X3 TV. Проходит сейчас на данный момент конкурс. Всем рад. Конкурс не, так сказать, первый, но не последний. Сразу же через неделю-две последует следующий. Довольно-таки интересно. Я уже придумал и придумал призы. Ну, вступайте в группу, все более подробно будет там. Ну и, конечно же, на канале YouTube записи. Такие дела. Ладно, увидимся в следующей серии. С вами был Андрей. До встречи.